Доктор Браун, сенатору по внутренним делам нужна ваша помощь. Пропала 10-летняя девочка. Я доктор психологии. Моя специальность – исследование памяти. Расскажите своими словами, что произошло. Понимаете, наш мозг постоянно пытается искать связи и находить объяснения. Каждое воспоминание ложно, и я должна выяснить, насколько. Вдруг раздался жуткий грохот. Там были щелчки. И еще шапка. Мы нашли 5 совпадающих показаний. Ко мне подошла девушка. Искала своего друга. Выглядела измотанной. Он вошел, но так и не вышел. Эти глаза, они остались у вас в памяти? Да, ведь он немного похож на моего друга. Хотите сказать, что эта девушка придумала себе отношения? Профессор Фейсер. Они должны знать друг друга. Мне кажется, у нас проблема. По дороге мы 3 проезжали мимо этого постера. Мозг цепляется за такие узловые точки. Стоп! Никакого розыска. Все сначала. 15 минут назад прислали в редакцию газеты. Похитители послали сообщение в прессу. Это неправильно, неэтично, несовместимо с моей работой. Эмма умирает. У тебя есть вариант? Я уже даже не стою. Представьте себе его лицо. Назовите мне имя.